зараз і по першому, і по другому дорожньо-транспортному здаренню Державтоінспекція проводить проверку. У водителю узяли показанні. Да, действительно, имело место быть яме, но по вчерашнему случаю дорожно-транспортное происшествие произошло на встречной полосе движения, то есть водители выехали, оба водителя, на полосу встречного движения, где они столкнулись. А это порушение правил дорожного руху. И как выник потерпели люди. Як кажуть, не было бы счастья, да несчастье допомогло. Не прошло и дня после опошней аварии, как на этой дороге залатали усе ямы. Але водители по-ранейшему спробуют объезжать этой плямы по сустрэчной. Як нам поведомили, эта дорога на балансе предприятия «Химволокно». Ее побудовали, как скоротить путь с Белпака до Винянского родника. Ни одним дорожным предприятием она не обслуговывается. Отсюль и стан. Однако после двух аварий и цікавності до их журналистов залатать ямы знайшли махчимость. Наталья Ильинич, Александр Дашук, «Новини регион».